Доброе утро, Надя и Денис. Сегодня у нас на связи дрессировщик Михаил Зарецкий, который живет в одном доме с тиграми. Михаил, доброе утро. Доброе утро всем. Здрасте, здрасте. Кто с вами рядом? Познакомьте. Ой, слушайте, у нас вот два тигренка рядом. Вот мы проснулись вместе с ними. Они нас разбудили. Мы их кормим молочком сейчас. Леночка, покажи бутылочку. У нас есть вот такая замечательная. Только что кормили. Знаете, интервью, но кормить нужно по расписанию. Поэтому уж извините, может быть, кормить будем при вас тигрят и общаться вместе с вами. Они у вас недавно. Они у нас недавно, да, появились два тигренка. Сейчас они, ну, они такие сложные были роды. Вот этот тигренок вообще лез лапами вперед. Они такие проблемные. Приходится выхаживать их, выкармливать, вставать ночами. В общем, у нас сейчас начались бессонные ночи. У нас сейчас два таких тигренка. Один вот он, а второй вот уже поел и лежит, отдыхает. Посмотрите. Видите? Заснул. А чтоб зритель понимал, когда у вас появились такие необычные животные дома, когда стали вы с ними жить? Это случайно, либо вы специально? Вы знаете, я занимаюсь этими животными уже более 20 лет, 22 или 23 года. Получилось это все случайно, приехал в Москву на заработки, как многие люди, и, значит, я работал, занимался оптовыми продажами пива, и в один прекрасный день я вышел из дома, и человек во дворе гулял с тигренком. Он работал в московском цирке Никулина и выхаживал дома тигренка больного. И я обалдел. Я из такого маленького городка, где на весь город две породистые собаки. И получилось все случайно. Я подбежал, познакомился. Вечером был у него дома, уже сидел, общался с ним. Всю ночь мы проболтали вместе с этим тигром. Он мне рассказывал. Это было все очень интересно для меня. Я потом начал ему помогать. И в это все влился, в это все полюбил. Потом остался без работы. И он мне говорит, пойдем, будешь мне помогать следить за животными, ухаживать, убирать за ними. С этого все и началось. Я облетел весь мир, ну, всю Россию, изучил все зоопарки, изучил, кто как живет, как их кормить, как лечить. В общем, все-все-все об этом узнал и понеслась. И теперь я не знаю, так получилось, что меня знают многие, не только в России, но и за рубежом. Уже боюсь куда-то в аэропорт ходить, везде узнают, фотографируются, так что... В общем, как-то так. А с какими животными вы жили раньше? Кроме тигров, кто был еще? У меня были практически все животные. Я занимался всеми животными. Львы, леопарды. Ну, в общем, в основном кошачьи, конечно. Но были и крокодилы, и питоны, змеи разные. Ну, в общем, все-все. Медведи. Все это было, жило, следил. Общался с разными людьми, кто это все содержит, заводит. Ну, то есть, все это очень-очень для меня интересно. А почему они у вас дома находятся? Чтобы зрители понимали. Они очень маленькие, и если их перевести в вольер вот в таком возрасте, ну, их нужно каждые 2 часа кормить. Им нужно, чтобы было постоянно тепло. То есть, ну, понимаете, что мы как родители для них до определенного возраста, они живут у нас дома. Разносят, конечно, весь дом, когда подрастают, но ничего страшного, мы к этому привыкли. Мы уже как-то мебель такую покупаем, которая понадежнее уже, в общем... Что? И потом, когда они подрастают, мы их переводим в вольеры уже, у нас вольеры построенные специальные, и они по вольерам бегают, в общем, вот. Они у вас маленькие, гуляют по дому, вы не закрываете в комнату? Слушайте, ну, такие маленькие живут, у нас есть специальные домики для них, где они ночуют, когда они просыпаются, они сразу... подают звук, что они хотят кушать, и бежим кормить их сразу. А подростки уже бегают по всему дому. Мы веселимся, снимаем ролики какие-то, которые набирают миллионные просмотры в интернете. Я ее покачиваю немножко, как ребенку, уж извините. Чуть-чуть вот так ей надо, чтобы ей поудобнее было. Чем кормите обычно? Тигров? Львов? Вы знаете, все по-разному. Каждому тигру нужен, ну, у каждого тигра свой рацион. Если тигрят таких, то это специальная смесью с витаминами, с добавками. Все зависит от тигренка. Болеет он, не болеет. То есть одному тигренку нужно одно, другому другое. То есть у каждого свой рацион. Больших животных мясом кормим. Практически все едят мясо, кроме свинины. Это индейка, это куры, это кролики, телятина, говядина. То есть
Вот это все. А вы можете сказать, что ваша жизнь поменялась, изменилась? Вы мечтали, не знаю, быть другим в профессии, но вдохновились, увидели парня с тиграми, сказали «все, хочу». Жизнь поменялась после этого? Вы знаете, у меня жизнь вообще кардинально изменилась. Я вообще поменял свою жизнь полностью. И мне моя жизнь очень интересна. Я вообще обожаю то, что я делаю. Представляете, вот я нашел себя в этой жизни. Я вот многим желаю найти себя в этой жизни. Я не знаю, кто о чем мечтает. Сейчас, извините, надо укачать немножко. Я не знаю, кто о чем мечтает в этой жизни, да? Ну вот кто-то хочет быть плотником, сантехником, электриком, да? Я вот нашел себя, люблю то, что я делаю, и я без этого не могу жить, представляете? Вот, то есть я не могу без этого, я не могу, чтобы с утра там не проснуться, не покормить тигрят, не пойти убрать у животных. Там. Да, неудобно, давай, давай, может отпустим тебя? М? Кто моя сладкая? М? Может отпустим тебя, чтобы ты... Вот. Вот. То, это она общается так со мной, так они тигры делают. Каждое животное издают свой разный звук. Львы кричат, тигрята вот так. Слышите как? Смотрите. Слышите, как она делает? Это они так разговаривают. Это вот как кошки мяукают, собаки лают, а они вот так делают. Ты моя кукла, ты моя лапочка. Михаил, а вы мечтали о том, что к вам будут приезжать звезды, мировые звезды, и мечтать поиграть с тиграми, познакомиться с вами? Вы знаете, я вообще об этом не мечтал. Я раньше, когда приехал в Москву, видел какую-то звезду, бежал, брал автограф. А можно я тигренка отпущу, а? Давайте. Чтобы она бегала. И, может быть, мы с вами пообщаемся вот так. Я вообще об этом мечтать раньше даже и не мог, что я буду... Как бы, ну, ко мне будут приезжать звезды, и я стану каким-то там известным, или как это назвать правильно. Но сейчас уже, я раньше брал автографы, представляете, видел из Иванушек Рыжего, и бежал к нему, дай автограф, там он не расписывался. И для меня это было что-то, ну, представьте, я с провинциального города, с небольшого городка, я родом из Ростовской области, из города Волгодонска. И тут я вот в Москве, и все меня знают. Боюсь в магазин выйти что-то купить. Уже все бегут ко мне, автографы какие-то брать или еще что-то. Вчера водитель приехал, привез доставку. И говорит, о, говорит, ничего себе, это вы? Я говорю, нет, это не я. Он говорит, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да, конечно, можно. Что, и пришла ко мне, прогулялась чуть-чуть и пришла ко мне. Пришла ко мне кукла, да. Да, ну иди еще погуляй. Глядя потом, на ваше... Давай покушаем еще, а? Давай попробуем еще покушать. Давай попробуем. М? Давай попробуем. Будешь еще? Уж извините, надо кормить, сейчас попробуем. А насчет кормления. У них есть определенные часы. Это какие? Ребят, примерно каждые 2-3 часа они кушают. Их нужно кормить. И вот сейчас как раз то время, когда нужно кормить. Если не поэтому... покормить как ребенка, кричат, кусаются... Как ребенка нужно постоянно, каждые 2 часа. Они не кусаются еще, они очень маленькие, чтобы кусаться. Ну, когда подрастают, они начинают уже, да, прикусывать немножко. Уже мясо начинают кушать. Переводим их с молока, с этой смеси на мясо. И уже тогда они прикусывают. И рызут, вот она покушала, все. Покушала молочко, давай иди ко мне на ручки. Сейчас мы тебя чуть-чуть укачаем немножечко. Да? Ну, так правильно. Я смотрю, что мое видео... Звезды копируют мои видео и выкладывают у себя. Snoop Dogg недавно, ну не недавно, а давно выложил видео, и оно набрало у него в районе 50 миллионов просмотров у него. Но мое видео, когда я что-то выпускаю, разлетается как горячие пирожки. В семье не говорят, что очень сложно. Михаил, устали. Много детей, они разные, крокодилы, львы, тигры. Нет такого у вас? Слушайте, ну конечно, устаешь от этого, от всего. Покажи, как они легли красиво. Покажи, сейчас, секундочку, извините, смотрите. Две красавицы легли, еще не придумали им имена, но одна лежит устала, а вторая вон бегает. Ну, в общем, слушайте, ну, я от этого не откажусь, я все равно семье сказал, что я буду этим заниматься, и что я это люблю, и это не брошу, и уже это мой выбор жизни. И уже наоборот, помогают мне, и кормят, и то есть если я где-то когда-то не справляюсь, уезжаю в командировки, то есть приходится моей возлюбленной приходится вставать ночью и кормить их. Ну а как, помогать же надо семье.
Мамуля помогает мне очень сильно в этом во всем. Постоянно, то есть, ну, приезжает, я ей специально для этого рядом с собой квартиру приобрел. Ух! Да! Да, вот зверь, да, какой, какой палаш. Представляете, вот из такой маленькой красавицы вырастет тигр в 300 килограмм, представляете? Вот из такой маленькой, они рождаются с ладошку, вот такие небольшие. Рождаются небольшие с ладошку и вырастают до 300-400 килограмм. Михаил, а когда были большие тигры, львы, они по дому гуляли? Это так все красиво, как на видео? Либо вы так на видео снимали и закрывали, чтобы ничего не поцарапали, мебель не повредили? А вы знаете, ну как не повредили? Ну посмотрите, вот даже шторы. Их повесили новые шторы, отдал кучу денег. И вот шторина вот вся в зацепках уже, все, вот можно снимать ее и выбрасывать. Вот посмотрите, видите, вот даже рядом сижу здесь со шторой, но уже... Все портят. Большие животные, они все портят. Диваны портят. Если вам показать диваны какие, то это просто кошмар. Но это все, конечно, какие-то определенные расходы, но мы к этому ко всему спокойно относимся. Мы привыкли, что у нас постоянно животные, мы смирились с этим. Ну ничего, для нас машина – это кусок металла, диван – это просто диван, ничего. Купим новый диван, все будет хорошо. То есть мы спокойно к этому относимся. Но люди в шоке от того, как мы разносим все это, весь дом там и ломаем. Ну, вызовем, починим, все будет хорошо. А соседи что говорят? У вас дом, рядом люди наверняка живут, боятся, я так понимаю? Нет, не боятся. Соседи с большим уважением относятся. Тут вообще у меня всего лишь один сосед, и вообще весь город, где я живу в Подмосковье, и весь город с большим уважением, наоборот, относится. То, чем я занимаюсь, там администрация как-то помогает. То есть приходят, спрашивают, наоборот, чем вам помочь? Ну что ты, то, иди засыпай. Давай я тебя укачаю, давай укачаю. Наоборот, стараются помочь. Соседи в гости ходят, наоборот, говорят, в зоопарке столько животных нет, как у вас, и нам очень интересно, можно там посмотреть. Ну, соседи классные, то есть с пониманием, с большим относятся, с большим уважением. Михаил, вы много летаете, сейчас чем занимаетесь? Сейчас в данный момент? Вообще, в общем. Ну, какие-то съемки постоянные у нас, какие-то съемки передач, там, клипы какие-нибудь со звездами снимаем. Там. Сейчас же еще на носу год тигра у нас, и сейчас все люди готовятся к году тигра и заранее планируют все. Снимают разные компании, снимают крупные снимают ролики для того, что, ну, поздравления с тиграми и так далее. В общем... Сейчас какими-то съемками больше занимаюсь. Но пока тигрята маленькие, все равно стараюсь больше времени им уделять. То есть это такие малыши, это дети все-таки. Надо ими заниматься. Да. А в планах есть какое-то животное, с которым вы хотите жить? Или вас уже не удивить никак? Слушайте, ну сложно меня удивить, я не знаю. Меня сейчас сложно удивить, но если только панда, наверное... Это практически нереально. Это практически невозможно, но все равно это очень интересное животное. Они есть сейчас в московском зоопарке, недавно появились. Ездил специально, изучал, с сотрудниками зоопарка общался очень. Ну, я как бы все зоопарки знаю, изучил их все зоопарки. И какие-то животные мне интересны, в каких-то зоопарках они есть, и я беру билеты на самолет и лечу куда-нибудь. В Казань ездил, там снежных барсов изучал. Вот недавно ездил в московский зоопарк на панд смотреть. Ну, в общем, но меня сложно уже чем-то удивить. За 23 года работы с ними, представляете, что я видел? Да я все видел. Михаил, вы уникальный мужчина, потому что вы всем доказали, что можно из маленького городка стать известным во всем мире. Как другим к этому прийти? Ваш совет? Другим? Слушайте, ну вообще нужно понять, что ты хочешь в жизни, и идти к этому. Мне кажется, вот так. Я честно сказать, я никогда не думал, что я буду заниматься хищными животными. Меня вот спрашивают, я людям, подписчикам задавал вопрос, как бы, ну, они мне задавали вопрос, чем бы вы занимались, если бы не животные. Но вот я очень люблю строительство. Мне очень нравятся кузнецы, когда делают красивые вещи. То есть я говорю, наверное, бы я строил, наверное, бы я в этой жизни... Ну, топи моя. Наверное, бы я стройкой занимался. Я вот построил недавно дом сам.
вот в нем живу, сделал все красиво здесь, сделал так, как я хочу, и вот мне очень нравится строительство. Вот, мы вам передаем всем большущий привет. И желаем вам хорошего дня всем, да? Спасибо вам большое. Всем очень хорошего дня. Вот чтобы вот вас с утра окружали и любили вот так вот вас всех. Да? Да. Вам всего доброго.